Иногда в работе встречаются внешние углы, когда нам нужно пройти одну сторону, развернуться и перейти на другую сторону. Как же мы будем обрабатывать? Первую линию можно шить, как обычно, оставив тот припуск, который вам удобен. А вот в начале разворота нужно подрезать припуск до ширины верхней строчки, где-то до 6-7, редко 5 миллиметров. Сделать вот такой вот надрез. Теперь мы шьем первую сторону. Дошиваем до самого края. Можно помочь рукой. Даже один стежок сделать за границей. Здесь вот видно, что у меня иголочка остановилась ровно у края ткани. Теперь мы поднимаем лапку, разворачиваемся, а вот эти хвостики придерживаем и помогаем им заправиться за нож. Немножечко ткань можно вытянуть назад, развернуться и пододвинуть так, чтобы иголочки оказывались четко под краем ткани. И продолжаем шить в другом направлении. У нас получился вот такой вот красивый угол с четким углом практически в 90 градусов. Немножечко можно было на миллиметр сместиться.